Тасмад гуру прападито джиггасу сриям уттамам сабде парича ниснатам брахмани упасамасрайам. Тасмад гуру прападито джиггасу сриям уттамам сабде парича ниснатам брахмани упасамасрайам. Гаудия Гоштхипати, Гаудия Гоштхипати, Сисила Бхакти Сиддханта, Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупада told, bonded soul. Гаудия Гоштхипати, Сисила Бхакти Сиддханта, Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупада сказал, что обусловленная душа она может предаться гуру и вайшнавам до какой-то степени, не полностью. И Шрила Прабхупад говорил, что обусловленная душа, она может выразить, показать самопредание лотосным стопам гуру и вайшнавов до какого-то уровня. И если какой-то корысть, какие-то интересы обусловленной души, они не сходятся с интересами Гурудева, то обусловленная душа она, в этот же момент она может оставить своего Гурудева. И вот обусловленные души, они так себя ведут с гуру и вайшнавами. И несомненно, что гуру и вайшнавы, они не хотят принимать практическое уважение, почтение от таких обусловленных душ. Гуру и вайшнавы, они никогда не надеются, что кто-то будет им выражать почтение, поклоняться им, поскольку обусловленные души сегодня не поклоняются кому-то, а завтра, если этот объект поклонения будет как-то пересекаться с их корыстными интересами, то они сразу же готовы оставить такой объект поклонения. И малейшее отклонение от пути, который указал нам Гурупад Падма, оно сбросит нас с пути баджана. И будьте внимательны и осторожны. Ваше сердце, оно должно быть полностью находиться в гармонии с гуру и вайшнавами. Это единственный путь. Обрести милость. Нет другого пути. По милости чистых гуру и вайшнавов вы можете обрести полное удовлетворение, полное блаженство вашего сердца. Бхагаван Шри Кришна и Судама Випра, его друг в Двараке, они говорили, Кришна говорил эти слова. Только по милости гуру вайшнавов вы можете обрести полное удовлетворение вашего сердца. Полное удовлетворение значит, что вы обретете бхакти. Полное удовлетворение только тогда, когда мы обретем тот божественный нектар, когда он явится в нашем сердце, тогда наше сердце будет полностью довольно, полностью удовлетворено. А что значит этот нектар? Это значит бхакти. И когда мы обретем его, то все проблемы, они уйдут сами собой. Нет никаких желаний, неудовлетворенности, ничего не останется. Можно вспомнить, в тот день я говорил,
что Джива Госвами Пат, он Татва Ачарья, он дал нам, он дал комментарий на эту шлоку. Вот Махарадж произнес ее, Тасмат Гуру Прападин. Вот Махарадж произнес ее, эту шлоку. И на эту шлоку она из Бхагаватам. Джива Госвами Пат, он дал комментарий. И я предостерегаю вас, какое же это предостережение? Если вы примете прибежище у лотосных стоп Садгуру, по его милости, по милости Бхагавана, это не значит, что вы сами пошли и приняли прибежище. Это неправильно. Только по их милости Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что мы глупцы за всю нашу жизнь. В начале всего пытайтесь быть искренне. Всю вашу жизнь, на начале всего вы должны пытаться стать искренними. Если вы по-настоящему искренни, если ваша надежда, ваши ожидания, ваши желания совершенно искренне, если вы чувствуете, что этот материальный мир, он бесполезен, и что мы должны достичь того трансцендентного, вечного, мы должны чувствовать так. И в этом случае мы должны два раза подумать, прежде чем принимать прибежище Гурудева, поскольку если вы по-настоящему искренне и серьезны, то в этом случае обязанность Баладева вести вас совершенным образом. Если вы по-настоящему искренне, то это обязанность Нитянанды и Баладева вести вас должным образом, чтобы вы обрели Садгуру. Бхактивинода Тхакур, он просит нас всех. Что мы не должны бегать туда-сюда, спешить, искать, чтобы быстро принять какого-то Гурудева, вот прямо сегодня, неважно кого, это просто глупо. Бхактивинода Тхакур говорит, мы не должны быть заняты в таком быстром поиске, какого попало Гурудева. Если мы искренне по-настоящему, то это обязанность Баладева вести нас. Если мы будем пытаться быстро принять прибежище у какого-то Гурудева, в этом будет только проблема одни. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что мы должны ждать и смотреть автоматически. Баладев, он пошлет нам сообщение. Смысл в том, что он пошлет нам настоящего гуру, иначе с нами может случиться духовная смерть. Мы не сможем обрести благо от такого непонятного гуру, которого мы сами выберем. И Бхактивинода Тхакур говорит, может быть, за всю вашу жизнь. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что, может быть, за всю вашу жизнь вы не узнаете никакого садгуру. Может быть, это случится, но все же ждите. И в один из дней, может, не в этой жизни, так в следующей, вы обретете садгуру. Татва Ачарья Шрила Джива Госвами Пат, он предупреждает нас, что если мы примем прибежище у садгуру, то Кришна Бхагаван, он говорит нам о качествах садгуру. Вот в этой шлоке говорится определение садгуру, шабда брама и парабрама. Хотя шабда брама, она не отлична от парабрамы. Шабда брама, она не отлична от парабрамы, но все же есть некая особенность.
Шабда Брахма в форме звука, она исходит, приходит, чтобы помочь нам через гуру и вайшнавов. И звук, он поможет нам через гуру и вайшнавов. Трансцендентный звук. И Шабда Брахма и Парабрахма, они это тот сам изначальный Верховный Господь. Нишна там значит, он должен быть полностью. Гурдев должен быть сведущ в священных писаниях, в трансцендентном звуке. И мы должны иметь полное, он должен иметь полное представление о Шабда Брахме и Парабрахме. И по милости Гуру Вайшнавов это случится, мы можем встретить такого Гуру, который сведущ в священных писаниях и в трансцендентном. И вот такой Гуру, которого мы собираемся принять посвящение, он должен быть сведущ в Шабда Брахме и Парабрахме. Шабда Брахма значит это трансцендент. Он должен иметь сам, не просто знание, а осознание чувства, прямое чувство к трансцендентному. И осознание о том Верховном Господе, его чувства, его действия, его деяния. Брахмани значит, это седьмое окончание в шастрах. Вот это слово значит, что такой гуру, он полностью удовлетворен, у него нету ни капли недовольства. Его сердце, оно полностью блаженно, оно полно трансцендентного блаженства. И такого описания садгуру, почему Джива Госвами Пад, он дает такое указание нам. Поскольку сейчас люди, они очень недоверчивы, они не доверяют, они не верят гуру вайшнавов. Может быть, они могут верить наполовину, на 20%, или на 70%, или на 80%. Но полностью далеко не каждый сможет поверить гуру вайшнавам. И поэтому Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, и Шрила Прабхупада также говорит, что согласно степени нашего самопредания, вы получите милость с трансцендентного мира. Не так, что у вас 20% веры, и вы получите 100% милости. Нет, это неправильно, это подобно математике. То есть сколько мы отдаем, столько получаем. То есть если мы верим на 20%, то 20% милости получим. Если на 80%, то 80%, соответственно, если на все 100%, то получим полную милость. И вот Джива Госвами потом предупреждает нас, например, что мы, например, спросим у Гурудева. И ваш Гурудев, он не сможет ответить вам. Понимаете, что, о чем я говорю? И в таком случае вы не будете довольны ответом Гурудева и будете под с вас сомнения могут появиться в личности Гурудева, поскольку не мог
ответить на ваш вопрос. И Джива Госвами говорит, что в этом случае у вас дилемма возникнет в уме, что же делать. То есть вы Гурудева оставить не можете и принять его всем сердцем тоже не можете, поскольку вы сомневаетесь в нем. И поэтому Джива Госвами Патон говорит нам, что нужно выбирать именно такого садгуру, который сведущ во всем. И вот я хочу еще сказать, что если о том, что если Гурудев, он имеет полное бхакти, например, или бывает так, что Гурудев он не читает так много шастр, но что в этом случае может случиться? В этом случае, например, как в случае с Харидас Такуром, например, Харидас Такур, он не изучал Писание специально. Будьте внимательны, мы не можем найти в его жизни, что он изучал все Писания. Но у него есть чувство, прямое чувство к Кришне, и в то же самое время Шабда Брахма Харинам, оно оказало ему свою полную милость, и оно пролило на него свою полную милость, и все шастры, они присутствуют там в Харинаме. Понимаете, что хочу сказать? Все шастры, суть всех писаний, они присутствуют в Харинаме. И в этом случае, если наше настроение оно хорошее, то то Харидас Таку, хотя он не изучал Веданту, но суть Веды, Веданты, все дикша мантры, они находятся в Харинаме, и поэтому Харидас Таку, он может давать дикшу. То есть, поскольку он достиг совершенства в воспевании святых имен, и все находится в этих святых именах, и можно вспомнить, что когда Махапрабху он спрашивал у Харидас Такура вопросы, то Харидас Такур, он четко и ясно отвечал на все его вопросы. Может, он не цитировал шлоки с Писаний, но Махапрабху был доволен его ответами. И другое о том, что я хочу рассказать сегодня. Вы, может, помните, я говорил снова и снова, что те, кто совершает гуру-севу, они сами становятся гуру. И кто-то может неправильно понять эти слова. Я хочу прояснить эти слова. Я говорил, что те, кто служат садгуру, они сами становятся гуру, поскольку без, не находясь на таком же уровне, невозможно совершать служение. Если мы находимся в обусловленном состоянии, наш гурудев садгуру, он находится на трансцендентном уровне, а мы в обусловленном состоянии, то как же можно служить, если между нами такое расстояние? И по милости Гурудева, если мы возвысимся на его уровень, то тогда мы можем служить ему и совершать совершенное служение. В обусловленном состоянии Гурудев, конечно, может дать ученикам, находящимся в обусловленном состоянии, какое-то служение, но это служение, но не будет совершенным. Гурудев дает нам возможность, чтобы мы совершали какое-то служение и возвысились благодаря этому служению и совершали уже другое, более возвышенное служение. Но в обусловленном состоянии то служение, которое мы совершаем в адрес Гурудева, оно не совершенно, но оно может дать нам возможность возвыситься. И поэтому от имени Гаудия Матха я хочу вас предупредить.
что те, кто совершает гуру севу и вайшнава севу, они должны быть очень и очень осторожны, поскольку из 100%, если не полностью, 98% таких людей, которые служат гуру и вайшнавам, они падают. А почему так много падают? Гуру и вайшнавы не ответственны за это. Это ошибка этих людей, поскольку у них развилось материальное представление о гуру и вайшнавах. И совершая гуру вайшнава севу, они развили какое-то материальное представление о них. А это очень опасно, и это стало причиной их падения. И поэтому есть очень важный сиддханта, если мы хотим, хотим обрести улучшение, если мы хотим прогрессировать в баджане, то мы есть один путь, мы должны служить чистым гуру вайшнавам. Если мы хотим быстро продвигаться по духовному пути, то мы должны служить чистым гуру вайшнавам. Но перед тем, как служить им, мы должны знать гуру вайшнава татву, поскольку, если не имея полного представления о гуру вайшнавах, о их чувствах, если мы будем совершать служение им, то это может стать причиной нашего падения. Если я буду служить гуру вайшнавам, я не знаю, кто такие гуру вайшнавы. И мы будем пытаться им служить, но если у нас не будет представления о их истинной сущности, о их татве, то и по-хорошему, если мы собираемся кому-то служить, то у нас должно быть четкое, ясное представление о объекте нашего служения и поклонения. И я могу сказать вам, что если вы хотите получить, если вы хотите быстро прогрессировать на духовном пути, есть один путь — это служение гуру вайшнавам. И также, если вы хотите быстро оказаться в аду, то самый простой путь попасть в ад — это тоже служить гуру вайшнавам. Дама татва — это тоже гуру татва, Баладев татва. И таким образом, будьте внимательны. И в тот день я говорил о том, что те, кто служат садгуру вайшнавам, они сами становятся гуру. Но не пытайтесь понять неправильно эти слова. Те, кто служат гуру вайшнавам своим сердцем, полностью искренне, без какой-либо корысти, много раз мы видели, я видел лично какие-то так называемые ачари спорят со мной, я говорю сиддханту, я с ними не спорю, но они становятся недовольны и возмущаются. Я очень ясно и четко говорю, и если такие ачари бывают, гневаются на мои слова, что вот чей-то гурудев, например, сделал кого-то ачари, если кто-то... то есть Махарадж говорит, если какой-то гурудев сделал кого-то ачари, то это с другой стороны можно посмотреть, что это подобно наказанию, самое такое сильное наказание. Business with me, okay, I'd like to make you
То есть это может быть наказание от Гурудева, если он делает кого-то ачарью, какого-то недостойного человека, который очень хочет стать ачарьей. И почему это наказание, если какой-то недостойный человек становится ачарьей? И таким образом Гурудев может обмануть вас, сделав ачарьей. А почему? Это одно из... Я могу пример из Рамайны привести. И вот перед Рамачандрой. Я слышал от Шрилы Бхакти Валабхи Тирти Гасая Махараджа этот пример. Я сейчас буду говорить о его славе. Перед этим я говорю предваряющие вещи. Однажды Шрила Бхакти Валабхи Тирти Гасая Махарадж, он был в Баджан-Кутире, мы разговаривали с ним, и вот он сказал мне, что однажды перед Рамачандрой пришла одна собака. И эта собака начала жаловаться, что мой хозяин всегда бьет меня. И эта собака начала жаловаться Рамачандре, что моя собака всегда бьет меня. Почему? Что случилось? Но наверняка заделать обьет. Нет, собака говорит, я все делаю как следует ночью. Ночью работаю там, всю ночь охраняю его дома, хозяин меня только бьет. И мне надоело это, пожалуйста, ты царь, правитель этого царства, и вот пришла, собака пришла жаловаться тебе, я пришел жаловаться тебе, чтобы ты решил эту ситуацию как-то. И Рамачандра сказал, хорошо, я могу наказать его. И как же наказать его можешь? Я могу. А этот Рамачандра. В общем, Рамачандра. И вот это Рамачандра спросил, как же наказать твоего хозяина. И собака отвечала, что этого хозяина нужно сделать ачарьей вот того храма. А Рамачандра говорит, какое же это наказание? И собака говорит, что я в прошлой жизни был ачарья вот того храма, и поэтому родился собакой. Поскольку место ачарья, оно очень опасное, если вы совершите какое-то оскорбление, какую-то ошибку, если в вашем храме кто-то оскорбит какого-то брахмана или божества, или еще что-то, за все ачарья отвечает. Если кто-то не уважает приходящих гостей, поскольку гости это они считаются подобны Нараяне, и в этом случае за все оскорбления, ошибки ваших подчиненных вы ачарья должен отвечать. Если вы станете таким ачарьем, как Рамануджачарья, Вишну с вами Валапачарья, он тоже, Валапачарья, он тоже явил какую-то гордость, но Махапрабху он поставил его на место. Валабхачарья, он был великим ачарьем, он действовал как ачарья, но он явил лилу какой-то гордости, но Махапрабху сразу поставил его на место, и таким образом
Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами, он очень чувствительный ачарья, он очень, он везде всеведущ, он может видеть настоящее, прошлое, будущее, он может видеть и чувствовать сердце всех. И такой ачарья, как Шрила Прабхупада, он может спасти всех. Наша Гурварга, она необычна, она уникальна. Можно вспомнить, когда я говорил Бхагаватам, я прославлял Шукадева Госвами вот этими словами. В комментарии Вишвана Чакравати говорит, Шукадев Госвами, он такой великий Парамахамса, он может чувствовать наше сердце, сердце каждого. Пытайтесь понять это. И почему Вайшнав, он настолько чувствителен, почему Вайшнава, они занимают такое высокое положение в этом мире. Сам Кришна говорит, что вайшнавы они лучше, они больше, чем я. А почему? Поскольку Кришна, он хочет даровать свою милость через гуру вайшнавов, а не прямо. И только гуру вайшнавы, у них может есть такая чувствительность, которую обычные люди не могут обрести. Шукадев Госвами, он лучше из Парамахамс. И Шукадев Госвами, он может чувствовать все. Парамахамса, его сердце Парамахамса настолько велико, настолько чувствительно. Например, какая-то змея укусила какого-то человека. Пытайтесь понять, что я говорю. Это очень важно. Например, какой-то человек укушен змеей. Все боятся, бегают, но настоящее чувство, то, что это вайшнав может чувствовать это боль укуса этой змеи. И если, например, у какой-то матери умер ребенок, она плачет в горе разлуки. Когда я был маленьким, я был в школе, и мы изучали какое-то произведение, написанное. Не помню, кто написал, но суть в том, что кто-то сражался ради своей страны, и вот он погиб в бою, и кто-то принес его тело домой, его жене, молодой жене. Принесли тело убитого мужа, который был воином. И вот она недавно вышла замуж за него, буквально 2-3 года. И вот я знаю, вот она, Матаджи, приходила на Харикатху, и она... But that girl, that lady speaking, enough of it. That girl speaking. И вот эта девушка, она женилась, точнее вышла замуж, но ее муж через пару месяцев умер, и ее родные посоветовали еще раз жениться, но посоветовали еще раз выйти замуж ей. Но эта девушка сказала, что уже хватит с нее семейной жизни. И вот когда тело этого воина принесли к его жене, то и вот там одна была пожилая Матаджи, она была очень чувствительна.
вот она очень опытна была, ей больше 80 лет было. Очень, так сказать, сведущая в материальной жизни. Она любила всех этих, ну, своих близких. И вот эта жена этого молодого воина, когда она увидела его тело, она, ее к сердцу стало подобно камню, она даже не смогла плакать. И сразу ее сердце практически остановилось. И эта пожилая женщина, она была очень чувствительна. Она пошла сразу в эту комнату и взяла ребенка. Этого ребенка, которому было около полугода, и посадила его на колени матери, которая от трагедии того, что умер муж, сердце ее почти остановилось. Но когда эта пожилая женщина взяла ребенка, посадила на колени матери, она сразу расплакалась. Почему? Поскольку если она не будет плакать, то она, ее сердце может остановиться от такого наплыва чувств. Но смотрите, сердце Гуру Вайшнавов, оно гораздо более чувствительно. Они могут чувствовать все. И поэтому говорится, в комментарии написано Вишвана Чакравати Падам, подобно, когда Ясадев Госвами, он звал своего сына Шукадева Госвами, то Вишвана Чакравати описывает, что это было подобно тому, что все леса, горы, деревья, они все отвечали ему эхом. И вот они отвечали, кто твой сын. И у Гуру Вайшнавов очень чувствительное сердце, они могут чувствовать все. И вот сейчас я говорил вам о том, как служить Гуру Вайшнавам. Я говорил о том, как служить Гуру Вайшнавам. Вот, вы можете помнить этот киртан «Бандуму и Саватанамоте». Нарутам Такур говорит, что я могу служить Гуру Вайшнавам очень осторожно, чтобы никаких материальных представлений не возникло в моем сердце, из-за которых я могу пасть. Это очень прекрасный киртан, мы должны петь его. Я знаю, многие не поют этот киртан, но я просил вас петь, читать этот киртан и пытаться обрести чувство, которое описывается в нем. Я, сидя на Вьясасане, я говорю, что не буду принимать поклонения от кого. Я не люблю, когда люди поклоняются мне, но я люблю, когда люди слушают Харикатху. Я никогда не надеялся и ненавижу, когда поклоняются мне. Но слово «ненавидеть» плохое, но все же мне не нравится, когда люди поклоняются мне. Мне нравится, когда люди слушают Харикатху. И если они примут, если люди смогут воплотить своей жизни то, о чем я говорю, это есть мои пранами, мое пожертвование мне, если вы примете и воплотите то, что услышали в своей жизни, то это будет лучшим подаянием для меня. Я не произвожу никакую сиддханту, никакую философию. Философию.
я говорю очень чувствительную сиддханту. И вот я говорю сейчас о том, что... И вот те, кто служат Гуру Вайшнавам всем сердцем, не имея никаких корыстных желаний, то много случаев таких я могу привести, что они служат Гуру Деву очень прекрасно внешне, но они хотят что-то получить от Гуру Дева, а Гуру Дева Ванчакалпатару, он подобен древу, исполняющему желание. Если вы служите Гуру Вайшнавам с желанием что-то получить, ваше желание исполнится. И также очень и одна очень важная вещь, иногда Гуру Вайшнава вынуждены сделать кого-то ачарьей, но это не значит, что он такой ачарья стал не отличен от Гуру. Но кто-то думает так, что если он стал ачарьей, то значит не отличен от Гуру. Но нет, вы должны, такой ачарья должен достичь уровня Гурудева для начала. То есть он должен думать так, как думает Шрила Бхакти Валлабха Тиртха Госвами Махарадж, что он считал себя хуже всех. И он думал, что Гурудев для того, чтобы занять меня в служении всем, он дал мне пост ачарьи. Тиртха Госвами Махарадж, он говорил так. Гурудев сделал меня ачарьи. Это... Махарадж, надо будет ему переключиться, то, что если Гурудев кого-то делает ачарьей, то это не значит, что этот человек сразу стал ачарьей. То есть ученики могут думать так, но сам ачарья, он не должен думать так, что он стал неотличным от Гурудева, поскольку это есть главная причина их падения. Но с другой стороны, вы должны чувствовать, что вы обусловлены, то, что такой ачарья должен думать, что он обусловлен душа, и его Гурудев, дав ему титул ачарьи, он сделал это так, чтобы занять его служение. Еще третий вариант есть, что до тех пор, пока ачарья следует своему Гурудеву полностью, то тогда он может иметь силу, могущество от Гурудева. И тогда, пока такой ачарья следует полностью своему Гурудеву, он может получать силу от него, иначе нет. Может, Гурудев сделал вас ачарьей, может, вы достойны, но пока вы следуете всем наставлениям, всем качествам, всему учению Гурудева, то в этом случае вы можете поддерживать связь, иметь и получать силу от него. Если не следовать наставлениям своего Гурудева, то можно стать сахаджием и потерять всю силу. И вот пока у нас есть связь с Гурудевом, то мы можем получать всю силу, энергию от Гурудева. И вот Махарадж также говорит, то есть это относится к ачарьям, то есть если Гурудев кого-то сделал ачарьей, это еще не все, нужно еще следовать учению Гурудева и его идеальному характеру, идеальному поведению. Есть такая пословица, что дерево, оно знаменито своими плодами. Как, например, дерево манго, оно не может ежевику приносить. Дерево манго, оно манго приносит. Такова сиддханта.
И другой вопрос. Вопрос ко мне пришел. Так вот один преданный спросил, что если кто-то отдает жизнь за свою родину, то мы пообещали Гурудеву, что о Гурудев, мы будем следовать вам полностью без остатка на 100%. Даже мы должны быть готовы отдать свою жизнь за Гурудева, как Куреш он был готов отдать свою жизнь ради Рамануджа Ачарьи. Шрила Кешава Госвами Махарадж, он был подобен льву, он был готов отдать свою жизнь за своего Гурудева. Когда все напали на Шрилу Прабхупаду, Шрила Кешава Госвами Махарадж, он проявил себя с лучшей стороны, он был готов отдать свою жизнь. И такое сердце у нас должно быть. Кто-то может получить. И вот кто-то может там иметь дикшу 20 лет, но видимого прогресса не происходит. Но я приводил такой пример, что борцы за свободу готовы отдать жизнь за свою страну. Но много ли таких учеников, которые готовы отдать жизнь за Гурудева? Что это значит? Это значит, что полностью следовать своему Гурудеву, дать полную защиту его учению. И если весь мир нападет на нас, то мы должны быть готовы отстаивать учение своего Гурудева до конца. Много раз случилось такое в моей жизни. Это называется Ванисавет, мое главное служение. И вот преданный спросил, что я сказал о том, что те, кто совершают самоубийство, они самое такое тяжелое наказание они получат, но если кто-то умирает ради своей страны, то ради Родины, то их такое умирание ради Родины, оно не подобно самоубийству. Почему? Поскольку те, кто умирают ради Родины, то у Родины, как, например, у Бараты, Бхарат Маты, Шрила Свая Махарадж говорил, что Ганга, вы можете видеть воду, Ямуна, вы тоже можете там видеть воду, но это глупо. Есть некая духовная составляющая, это Ганга Деви или Ямуна Деви, или Сарасвати Деви в реке Сарасвати. То есть у них еще есть такое управляющее божество, или Камаки, например, в Асаме, в Гуахате находится Камакхи Деви, Йогамая. И вот из этой Камакхи Гопа Кумары Санатан Госвами пишет Брихат Бхагаватамрите, что Гопа Кумар, он получил Камай Гайтри от своей матери, от Камакхи. Матери в смысле, в онтологическом смысле. Поскольку Кали – это как мать, вселенская мать. И если мы вайшнавы, мы должны чувствовать, что есть везде некая духовная составляющая. Если наш даршан материальный, то это очень опасно. И так, куда бы вы ни смотрели, у нас есть должно быть духовное чувство. Что мы видим какую-то женщину, почему мы должны чувствовать, что это не просто женщина, а душа, пребывающая в этом теле. Почему вы видите вот какого-то слона? Вы должны видеть, что это внешне как слон, но внутри это душа, пребывающая в теле слона. И если вы видите слона, точнее, змею, либо тигра, но боитесь их, почему? Джаганнадас Бабаджи Махарадж, когда Бихари сказал ему, что вот тигр тут пришел, а Бабаджи Махарадж сказал, что какой тигр, иди дальше, не беспокойся. Если у вас есть такое чувство,
что Кришна пребывает в этой змее или еще в каком-то хищном живом существе. И если у вас есть такое чувство, что Кришна пребывает в сердце этого существа, и без позволения Кришны на то змея не может укусить, то она вас и никогда не укусит. That is the exact thing, excellent mood of worship. We should feel it. Мы должны совершать служение через служение даст нам все. Мы просто говорить это мало. Мы должны знать, какое чувство мы получили от нашего Гурудева, какое прямое чувство вы обрели от Гурудева. У нас нет времени слушать пустые лекции, мы должны совершать служение, это главное. И вот сейчас я прояснил все. Гурудев может сделать кого-то ачарьей, но мы видели, что такие ачарьи часто падают, поскольку они не могут следовать всему, они не могут иметь связь с Гурудевом, возвыситься до уровня Гурудева. Может, внешне они могут говорить «Джай Гурудев», но доказать своим поведением они не могут. Внутри, может, мы внешне можем говорить «Джай Гурудев», а внутри сердца… Может, вы хотите, у вас есть какие-то корыстные желания в адрес Гурудева? Это не Гурусева в этом случае. И поэтому, совершая такую севу, мы не сможем обрести силу от такой великой личности, как Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж или Шрила Кешава Госвами Махарадж. Это единственная причина, что мы подобные торговцам. Если я и таким образом, если мы пришли к Гурудеву, надеясь на какие-то материальные вещи, мы подобны торговцам, и Прахлад Махарадж перед Нарисимхадевом говорит: «О Господь, тот слуга, который хочет получить какое-то благо от своего господина, он не слуга, он просто подобен торговцу». Прахлад Махарадж говорит это, я повторяю его слова. Мы должны чувствовать так. Мы должны спрашивать себя. Что мы хотим получить от Гурудева, на что мы надеемся. И такое бхакти мы можем обрести только по милости Гуру Вишнаву. Только через служение чистым Гуру Вишнаву мы можем обрести бхакти. Шрила Бхакти Валабха Тирта Госвами Махарадж, он воплощение Тринадапи, он олицетворение Тринадапи. Мой Гурудев говорил об этом. Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж, он сказал, что Бхакти Валабха Тирта Госвами Махарадж, он олицетворение Тринадапи и Сахишнана. Такое терпение, как у него, я никогда не видел во всей моей жизни. Я могу говорить о какой-то философии, о том, что деревья не могут страдать больше всех. Но практически я видел в моей жизни, что Шрила Бхакти Валабха Тирта Госвами Махарадж, он имеет качество терпения больше, чем дерево. Однажды я был глуп, очень давно это было. Я был молод, и
мафии какие-то проблемы случались, постоянно политика какая-то. Я пошел к Махараджу, один, никого не было там в его комнате. Я пришел и спросил у него. Когда я нахожусь в такой неблагоприятной ситуации, в этом случае, как я могу совершать баджан совершенным образом и вернуться назад к Кришне? И хотя по милости Гурудева я немного знаю, но чтобы получить подтверждение от него, я спросил. И Махарадж засмеялся, он был один в комнате. И вот Гурудев сказал, что Махарадж Бабаджи Махарадж что-то совершает настоящий харибаджан. Они никогда не думают, что они находятся в опасности. Они думают, что все благоприятно для них. Я был очень доволен. Гурудев ответил, что те, кто совершает харибаджан, они думают, что я сейчас нахожусь в правильном месте, нет никаких проблем, все благоприятно для меня. Внешне, может быть, все наоборот, но чистые вайшнавы, те, кто совершают совершенный баджан, они должны чувствовать, что все это, все эти препятствия, это благословение от Кришны. И что по милости Кришны это все случилось, и я не должен обвинять Кришну в этом. Я не должен быть недовольным. И по милости Кришны это так случается. Jiveta Mukti Padesha Daiva is written in Bhagavatam. I chant Jiveta Bhakti Padesha Daiva because Sarvabhauta is the chant. И вот как бы в этой шлоке Сарвабхаума Бхаттачарья изменил слово мукти на бхакти. Мы должны чувствовать это. На самом деле, те, кто совершает баджан совершенным образом, те, кто любят гуру вайшнавов, они никогда не думают, что они находятся в какой-то неблагоприятной ситуации. Они должны думать, что это очень благоприятно. Внешне, я сидя на Вьясасане, я был опечален. Видя, что если я говорю харикатху где-то, то находятся какие-то недовольные люди, которые хотят все это остановить и выгнать меня. Так много раз это случилось, если вы были бы на моем месте, вы бы уже умерли много раз. But still, they are not going to take me away. Because I am speaking Hari. Maybe such incident happened, but I little bit I was upset. But finally I'm fine. Oh my God, it was good. I little bit upset first. But very quickly I'm fine. Oh my God, it was the mercy of Krishna. И вот когда какие-то неблагоприятные ситуации встречались, то впоследствии и какие-то препятствия возникали на пути, то впоследствии я видел, что это милость Кришны, и все случилось наилучшим образом. И таким образом, всегда, когда я попадал в какие-то проблемы, от которых многие могли бы просто помирить, то спустя некоторое время я видел, что все благословения гуру вайшнавов это была милость Кришны. And now I have chance to do it. Guru Vishnu bless me and go, no, you go. This is not your life. You go. Start qualification seva. Your Guru will give you this seva. When is your Why you are baking chapati here and Guru Vishnu? The senior Guru is saying,
И вот когда какие-то старшие преданные они встретили меня на Сурья-Кунде, то они сказали, что мне не следует тут жить и просто совершать баджан, собирая подаяние, то я, они сказали, что я должен заниматься публикацией книг. И это мое служение, которое дал мне Гурудев. И я должен выполнять его, а не просто жить на Сурья-Кунде. Шрила Бхактивиданта Свами, он когда проповедовал, он не останавливался, несмотря на множество препятствий, которые возникали на его пути. И он начал проповедовать уже в очень пожилом возрасте. Люди обычно в таком возрасте уже ходить не могут, а он несколько раз объездил весь мир, и все это по милости Шилы Прабхупады Бхактисиддханты Сарасвати. Без милости Гуру Вайшнавов мы ничего не можем сделать. У нас есть какая-то гордость, какие-то качества. Мы часто гордимся своими качествами. Кто такие Вайшнава? Like stool anyway. Inside that grief, don't try to put challenge in them. Because they are not going to accept any challenge. Because the, if they are going to accept challenge, they are going to do some so something. There is one kind of vanity. Inside that grief, all the pratishtha, whole world, inside money, position, rank, everything. Still they don't care. Like stool anyway. But when Vaishnava is taken in by Bhagavad Gautama Thakur, that is bound to accept. Well, you are servant, you have no separate will. You should not have any freedom. Because you are servant. How you are expressing your own freedom? Гуру Махарадж говорил, что слуга, значит, у него не должно быть никакой свободной воли от своего господина. Только у него должно быть единое желание служить Гурудеву Кришне. Ну, и у такого настоящего севака не должно быть никакой свободной воли, поскольку если на, и, то есть, если у нас есть независимость, то мы не можем стать настоящим учеником Садхгуру. На практике мы это видели на примере Шрилы Бхактивалабхи Тирти Госвами Махараджа. То есть, та ситуация, в которой он находился, это она была полностью противоположна, полностью наоборот все было. Но он всегда находил это благоприятным, он знал, кто что делает. Тирта Госвами Махарадж, он не был глуп, хотя ученики и братья в Боге, они часто хотели обдурить его, но не был глуп, он видел все, он знал все, видел насквозь. И он знал, что у всех душ есть их независимость. Если кто-то хочет совершить самоубийство, то это их выбор. И Гурудев также часто говорил, что если мы делаем все не как следует, то мы ничего не обретем. Гуру Вайшнава
Вайшнава, они больше, чем Бог Солнца, больше, чем огонь, больше, чем Брахманы. Многие не знают это и ведут себя неподобающим образом в отношении гуру Вайшнавов. В шастрах говорится. И что говорится там? Банди, значит огонь, Сурья, это солнце, Бог солнца и Брахманы. Будьте уверены в том, что Вайшнав, он более велик, чем все, он более могущественный, чем огонь, солнце и Брахманы. Если вы обожглись огнем, то как-то вы можете с помощью каких-то лекарств избавиться от ожогов. Если вы обожгете руку, можно в больнице как-то получить облегчение от ожогов и через какое-то время выздороветь, но никогда не пытайтесь шутить и вести себя неправильно с гуру Вайшнавами. Это разрушит всю вашу духовную жизнь. По милости Гуру Махараджи я осознал о татву, о Шиле Бхакти Валабхи Тирти Госвами Махараджи. Внешне это может быть не ясно, кто там думает, что он обычный человек. Я могу вспомнить тот день, когда я принял одежду Бабаджи от Гуру Махараджа. Я помню, это давно было. Гуру Махараджа был, он не был болен, он лилу болезни еще не являл. Он был в Пуршоттам даме в Нилачал-кшетре. Почему я говорю, что это очень чувствительное место Нилачал-кшетра? Я не говорю так. Бхактина Такур говорит. Бхактина Такур говорит для Рупануга Гуру Вайшнавов. Это Нилачал-кшетра, она самое лучшее, это самое лучшее место, чтобы чувствовать боль, разлуку. Это наивысшее место, когда Шри Чайтанья Махапрабху совершал лилу все время, каждую часть секунды. Бхактина Такур, он говорил об этом, что Нилачал-кшетра – это наивысшее место, там, где мы можем обрести наивысший вкус к верахе, к разлуке. И там Гуру Махарадж, в день Раса Пурнимы, никого не было там, я только, и Гуру Махарадж. Гуру Махарадж дал мне этот Бабаджи Веш. Гуру Махарадж всю ночь не спал, я тоже не спал, я был на крыше, повторил Харинам, и в то время можно было видеть храм Джаганатха с крыши. Мадха сейчас там настроили, отели всяких не видно. И вот в то время можно было видеть Чакру Джаганатха, Сударшану, и с утра Гуру Махарадж позвал меня. Я повторил, Аник, Гуру Махарадж позвал меня, я был один. И Гуру Дев, он начал шутить со мной, и после этого дал мне эту одежду с большой любовью. Я спрашивал какие-то вопросы у него, и я взял у него разрешение вернуться. Мне нужно было закончить свою севу, я вернулся в Калькутту. Не было поездов прямых в то время, это моя цель была. После того, как я принял Бабаджи Веш, Шрила Бхакти Валабха Тирта Госвами Махарадж был первый человек, с кем я встретился, мне было стыдно встречаться с кем-либо. И я решил сначала с Шрилой Бхакти Валабха Тирта Госвами Махараджем встретиться, когда вышел в храм. Этот настоятель Матка, его звали Ришикеш Махарадж, он был очень хороший, преданный. Мы вместе с ним пошли в комнату Шрилы Бхакти Валабхи Тирти Госвами Махараджа.
и в то время не было никакого этого, народу не было, можно было спокойно зайти, никакой охраны, СВКов, записи там на месяц вперед не было такого ничего. И я спросил Махарадж, можно ли зайти к вам. И Гурудев пригласил, мы зашли туда, и как только он увидел меня, он сказал, что Шьямала Кришна в белой одежде, почему? Ты должен принять саньясу. Он шутил со мной так, я предложил ему свое дандаватпранам и сказал, я не могу проповедовать, вы можете проповедовать. Нет, тебе не нужно было принимать белую одежду, нужно было принять саньясу. Но я почувствовал, что Гурудев благословил меня, сказал, что нет, Кришнадас Бабаджи Махарадж, он лучше из Вайшнава, он проповедовал с нами. Он благословил всех, и ты также должен проповедовать с нами. Это то, что сказал мне Шрила Бхакти Валлабхатхирта Госвами Махарадж. Я повторяю его слова, он сказал так. И таким образом Шрила Бхакти Валлабхатхирта Госвами Махарадж, он всегда даровал мне свою милость. Когда по милости Шрилы Бхакти Прамода Пури Госвами Махараджа, поскольку Бхакти Валлабхатхирта Госвами Махарадж, он не был готов ехать в западные страны, но он пришел к моему Гурудеву и сказал, о, меня преданные из других стран, они хотят обрести милость Гуру Вайшнавов, нужно ли нам ехать, поскольку мы падшие души. Но Шрила Пури Госвами Махарадж сказал, вы должны ехать, а Гурудев сказал, что я обусловленная душа, как я могу туда ехать. А Шрила Пури Госвами Махарадж все-таки сказал, что он поехал, и письмо ему написал, что он должен ехать. И у меня как служение было встречать преданных, которые приезжали к Шрила Бхакти Валлабхатхирте Госвами Махараджу. Приезжать, встречать преданных и вести их к Шрила Бхакти Валлабхатхирте Госвами Махараджу. И таким образом началась проповедь на Западе Шрила Гурудева нашего, и Бхакти Валлабхатхирта Госвами Махарадж, он ездил на Запад со всеми преданными. Он никогда не одобрял, чтобы кто-то один ехал на Запад. Шрила Бхакти Валлабхатхирта Госвами Махарадж снова и снова говорил, что не нужно в одиночку ездить на Запад, нужно ездить с преданными, чтобы вы могли находиться в безопасности. Снова и снова он повторял это, но сейчас никто не следует его словам, никто не следует. Махарадж снова и снова говорил, что мы должны ездить в группы на Запад для проповеди. Кто-то должен быть, чтобы помогать нам, иначе мы не сможем поддерживать наши высокие стандарты. И прочие принципы Шрила Бхакти Виданта Свами Махарадж. Он сам готовил для себя, есть фотографии его. И вот он, есть фотография, как он готовил сам себе, предлагал. И говорил харикатху, но не каждый может так, как он делает. И таким образом Махарадж Шрила, случай с Шрила Бхактивиданта Свами Махараджем, это отдельный случай. И вот весь материальный мир, Свами Махарадж, тем временем, он... Samyamaraj could see the naked picture of all this society, no interest, nothing. Samyamaraj was natural enough. Nobody can believe. The naked picture of this society, Samyamaraj could realize, oh,
Махарадж говорил, что Шрила Бхактиданта Свами Махарадж, он видел этот мир таким, какой он есть, его такое, как сказать, такая картина, как она есть. То есть он не был привлечен, не был заинтересован никакими вещами в этом материальном мире. И вот над нашим Гурудевом многие саньяси смеялись, что мы тут ездим, собираем деньги с Запада, вы тратите свои деньги для того, чтобы туда ездить. А Гурудев говорил, что я езжу туда не за деньгами, а чтобы говорить харикатху. И Гурудев, он говорил настоящую харикатху, а не какую-то сухую философию. Я лично слышал один севак говорил, вот когда они куда-то поехали, севак пришел к Гурудеву, говорил, что овощей никаких нету, что готовить, а Гурудев сам ему дал денег, сказал, что не нужно никого беспокоить, иди сходи на рынок, купи овощей и приготовь. Many such situation happened. I directly heard some Switzerland, which place I forget. И однажды Гурудев поехал в, вот они не помню в какой стране, в стране было. Я описал это в жизнеописании. Я Махарадж книгу написал о Шриле Бхакти Валахе Тирте Госвами Махараджи, и там описывается этот случай. In that book, I already give this point. I heard from some seva of Maharaj. We went there. Rajanish Ashram of that kind of thing. I cannot remember that place. Dangerous place. И вот какое-то опасное место было. Some young lady, almost naked, giving lip towards Maharaj. И вот там сидела какая-то молодая девушка, полуобнаженная, еще и ногами как Гурудеву. И Гурудев, он, как сказать, не оскорбился этим. И в России... И однажды в комнату Гурудева зашла какая-то женщина такая полуобнаженная, скажем так. И когда она увидела Гурудева, ей просто стало очень стыдно за ее такое неподобающее одеяние. И еще один случай, я помню. Однажды в России Нади, наш брат Боги, он принял посвящение от моего Гурудева, Камалакша его звали. И он рассказывал мне, что очень странная вещь случилась, что его мать, она всю свою жизнь никогда ни с никакими саду не встречалась, не знала, кто такой саду, кто такой не саду. Она только не знаю, как она вдохновение почувствовала и пришла. И вот, ну там никого не было, она как-то зашла в комнату к Шриле Бхакти Валабхе Тирте Госвами Махараджа.
она не знала даже, как кланяться, ничего вообще не знала, поскольку ну, она просто посмотрела на него, на Шрилу Бхактивилапху Тирта Госвами Махараджа, и начала плакать, подобно сумасшедшей. Махарадж ничего не сказал, и она просто посмотрела на него, и она начала безудержно плакать на взрыв. И Камалакша говорила, мы не знали, по какой причине она плакала, она тоже не могла ничего сказать. Она после, когда взглянула на Шрилу Бхактивилапху Тирта Госвами Махараджа, она расплакалась на взрыв. И так много случаев я могу рассказать, но времени мало, слава. Шрилы Бхактивилапхи Тирта Госвами Махараджа, моему шикшагуру, она бесконечна. Однажды он хотел обмануть меня, чтобы проверить. Он приглашал меня в Матхи Кришна Нагара и поехать с ним в Америку. А я сказал, что вы мой гурудев, вы мой шикшагуру, я не могу ехать с вами. Вы можете ехать, а я не могу. И вот Гурудев приглашал Бабаджи Махараджа с ним поехать, а Бабаджи Махарадж отказывался. Но в итоге он был... Однажды он пролил на меня свою милость, и во Вриндаване однажды меня... Было много политики происходило, и однажды я Гурудеву написал письмо. И в этом письме я написал, что я бросаю вам вызов, что я обещаю, я даю обет получить больше всего милости от вас. Хотя вы можете чувствовать, что я ваш брат в Боге, но я считаю вас своим шикшагуру. Джай. Джай.